Так, ребятушки, ваше предположение, куда я выдвигаюсь, куда лечу, зачем и почему. Короче, расскажу вам одну чудную историю. В общем, должен был лететь из Одессы, приехал туда, там все рейсы отменены. Резко-резко нашли, короче, машину, долетел в Киев за 3,5 часа, доехал, вернее, и буду сейчас вылетать с Киева. Вот, короче, всю ночь не спал, сейчас целый день спать не буду. Ну, короче, весело, но зато результативно. Да, друзья, вот это аэропортик, вот это я понимаю. Объемчики, кайф, люди. В Москве, конечно, не так тепло, как в Одессе, но все равно погода порадовала. Я думал, я тут сейчас околею просто, надо будет зимнюю куртку доставать, но нет. Единственный лифт, которым хочется сделать, сука, лифтолук. Ребят, я так немножко подзадумался, когда я был в Москве, я имею в виду жил. А уже полгода прошло. 6 месяцев-то я тут не был. И возвращаюсь в эти края, в родные, скажем так. Вот, потому что я действительно за 2 года они стали мне очень родными. Такое чувство ностальгии. Ну, прикольное чувство, приятное. Ну, вот эта компа не собралась. Все на спорте. Гляньте, вот это опухший парень. Спортики. Это самый спортивный. Был когда-то. Это малыха этого как его? Бекушева. Бекушева малыха. Блюм сказал, что сегодня отобьет брянскую Бекушева. Сказал, ну, он его сделает по всем параметрам. Физиологически естественно просто. Если вы понимаете, о чем я. Этот брутальный самец, доминант. Альфа. Валер, ты доминант? Альфа. Он типа, видите, я на самом деле беременная. Говорит, да хуй его знает, типа, ну. Вот это человек алкаш, ебать. Вот это, несмотря на милое личко. Литвинов испортился, Наташа. А? Просто жесть. А ну. Надо сначала вот это развязать. Вить, а что ты делаешь? А как ты будешь дуть? Я накачиваю шарик. А зачем тебе купюра? Ладно, шарик, купюра тебе зачем? Мне надо дуть в дырочку. Нам надо было сделать трубочкой, я просто использую все возможные средства. По старым привычкам пошел? Нет. Руки-то помнят, да, как говорится? Ну, у меня есть друзья, которые... Что, надо связать? Не, я не делал на это. Блин, смешно, мне шарик сдулся, Витя. Сейчас надуют через купюрку. А можно адрес? Я хочу сказать и забыла. Сейчас это возьми. Мои 300 тысяч любимые подписчики, я всех вас люблю, спасибо огромное за поддержку, внимание, за то, что вы всегда рядом со мной. Я сегодня... Потрясающее, я скажу, потрясающее видео, шоу. Видео тоже потрясающее. Антон меня поддержал, я даже перенервничала, честно. Наталья тоже нервничала, но все прошло замечательно. Поэтому, да.